солнце в окно ко мне смотрит, хочет поздороваться со мной, но я глаз своих не открою, у меня сегодня выходной. И вообще, скажу я вам честно, в воскресенье вставать неинтересно. Как неинтересно? Чё, совсем неинтересно? Да он, наверное, просто не слыхал. Что не слыхал? Что не слыхал? Что начинает с нами утро наш любимый квартал? Воскресенье с кварталом. И это не шутки. Воскресенье с кварталом. Хотя будут шутки. Воскресенье с кварталом. Как день рождения. Воскресенье с кварталом. Всем здрасте, я Женя. Воскресенье с кварталом, начнем приседать. Воскресенье с кварталом, готовим лазань. Воскресенье с кварталом, новинки экрана. Воскресенье с кварталом, скидки в Милане. Воскресенье с кварталом, а давайте нальем. Воскресенье с кварталом. Нет, я за рулем. Воскресенье с кварталом, ведь это прекрасно. Воскресенье с кварталом, так вот. Фу, Жека, ты что ли? Да. Фу, какого лешего ты одет, как маяк из фильма «Я знаю, что вы делали прошлым летом». А? Я, спросить зашел. Ты со мной утром по грибы пойдешь? А ты утром не мог это спросить, да? Утром я уже пойду. Нет, ты сейчас пойдешь. Да? Ты сейчас пойдешь! Я понял, понял. Нет, ты полетишь я сейчас иду у меня! Я иду, иду! Грибник, хрен. То есть ты не пойдешь, да? Лена! Ле. Скидки! Какие же скидки? Чего вы все орете-то сразу, ну? Жека? А что ты одет, как гнусный маньяк из фильма «Гнусный маньяк»? Я зашел спросить, ты со мной по грибы пойдешь? Сейчас пойду с тобой по грибы. Сейчас как пойду с тобой по грибы. Спокойно, я все понял уже. Грибы, дура. Лена. Ну? А ты храпишь. Блин, нервные все какие-то. Может, день не такой. Я не одета! Шел вон, извращенец! Тише, 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 спокойней. Орут все как резаные. Степа, друг. Да что ж такое-то, ну? На Юзика одна надежда. Юзик! О, вот это аргумент! А то опять все что-то непонятное. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире «Воскресенье с кварталом». Ой-ой, простите, пожалуйста, просто какой-то грибник. Всю ночь по дому ходил. Доброе утро, друзья. Хотя кого мы обманываем, а? Паршивое утро, друзья! Юр, а к тебе что, тоже этот грибник заходил? Грибник? Я бы сказал, лысая поганка заходила ко мне. Боже, ну чего так орать? Орать чего? Ужасно выглядите. Мы тоже тебя рады видеть, Лена. Да. Где? Где этот ложно-опенок серо-желтый? Эта бледная алчевская поганка. Где он? Доброе утро, друзья! И вам доброе утро, мои ленивые соседи. А, Евгений, а почему это вы не в лесу? Это вы грибы не собираете? Да, странно как-то. А вы знаете, я поздно лег. И решил выспаться. Да. И выспался!
Чудесное утро, друзья, не правда ли? Я, например, не мог уснуть вообще после того, как ты зашел, понимаешь? А я знаю. Что ты знаешь? Почему ты не мог уснуть? Почему? Потому ты? Что вы все слишком много на ночь смотрите фильмов ужасов, ясно? Чего? Ничего. Что? Чего вы вдруг завелись-то, ребят? Что? Чего вы завелись? Я вас прошу, пожалуйста, вы что? Я не думаю, что кровопролитие это то, что нужно в воскресенье зрителям телеканала Интер. Вы что? А ты ничего страшного. Люди каждый день это смотрят, и без нас нормально. Не, но там еще есть всякие талант-шоу. А мы тебя... Дима, Алена, боже мой! Как я рад вас видеть! А мы как раз, видите, омлет решили приготовить. А вы... А омлет любите? Обожаем. Я вот каждое утро начинаю с омлета или яйца в смятку. Но только после зарядки. Боже, я обожаю зарядку. Обожаю зарядку. Пойдемте на зарядку. Как же Женя сейчас у нас будет зарядку делать. Друзья, прочь сомнения, присоединяйтесь к нам. У нас старая добрая зарядка со звездными хореографами Дмитрием Дикусаром и Аленой Шаптенко. Слушайте, я подумал, можно я не буду делать зарядку? Чего? Чего это ты не будешь делать? На правах победителя я у Дегусара, между прочим, выиграл в танцах со звездами. А, точно. Слушай, а напомни, с кем из звезд ты тогда танцевал? Надо с кем. Ладно, хорошо. Так, ребят, ладно, давайте делать зарядку. Начинаем быстренько. Снимаем быстренько. Готовим правую ножку, правую ручку. По парам, встаньте по парам. По парам. Парам. Вот так. Ну что, вариантов немного. Девушка всего одна у нас есть справа. Да, это правда. И с правой, с левой. С правой, с левой. Хорошо. Получается? Нет. Не слышу. Продолжим так же. Хорошо, дальше кик. Правая, правая, левая, правая, левая. Получается? Да. Не слышу. Нет. Вниз. Очень просто. И вниз. Наверх. Вниз. О, вот это зарядка. А не то, что мы обычно делаем. Вниз до конца. Наверх. Что, сложно? Стараться надо. Суставы. Финал. И открыли. И разрывались. Опа. Разошелся. И еще раз. Опа. Держу. Начало. Раз, два, три. Кик. Первый, второй, третий, четвертый. Вниз. Наверх. Внимательно. Открылись. И прогнулись. Помогите. Помогите. Хорошо, ребят, все закончили. Вам достаточно. Есть. Сегодня все хорошо. Но это легкотня. Легкотня, это мы каждый день делаем. С утра, правда? Да. Да. Я просто видел в танцах со звездами. Однажды Дима через себя перепрыгнул, как и я в свое время в спортзале в школе через козла спортивного. Ты хочешь, чтобы Дима повторил этот трюк? Че, с ума сошел? Мне Алена нравится. Давай лучше лысый. Через Жеку. Я против. А нам пофиг. Вот так? Ну? Ну, что, раз все за, Дима, давай калечь лучшего актера из вот этого коллектива. Давай, 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 давай. Дрон, дрон. Стоп. Спокойно. Все, идите. Я просто хотел спросить, ты руки вверх будешь или шпагат будешь делать? Шпагат. Понял. Тогда приземлись, пожалуйста, мягким местом, если вдруг... У нас получилось, ребята! Ребята, парни, это бомба! Супер трюк! Зарядка закончена или нет? Да, зарядка закончена, все отлично. Ну что, ребят, теперь давайте есть омлет. Давайте. У нас по традиции в нашем доме гости готовят сами. Плита там, кухня тоже есть, Аленка. Пошли есть омлет, пошли. Я с собой. Спасибо. А ты какой умеешь делать? Слышь, Дим, я хотел тебе сказать, пойдем со мной за грибами сходим, пожалуйста. Я тебя очень прошу, Дима. Лучше сходить, а то он всех задолбает. Знаешь что, иди, пожалуйста. Жень, пойдем, Дима, пойдем. Омлет, омлет. Раз, два, три. Тебе Каролина нравится? Да. Совет на любовь. И Вита. Петелине надо выпить. Горбатая гора, это скорее ох и ах идут в поход. Ай-яй.